То есть, понимаешь, вот на всей вот этой ширине у тебя нет приклейки к оконной раме. Потом у тебя с течением времени в этом месте просто система начнет отрываться. То есть вот у тебя элемент примыкания, вот столько вот вокруг окна без приклейки. Это все нужно удалять обязательно. И если будут какие-то каверны, их подпинивать. Но это мы сделаем клейпиной во время приклейки. Обрати внимание, как он снимает лист. Подойди. Объясню. Если ты... Есть как бы две теории приклейки на клейпену. Первая из этих теорий говорит, что наносишь на лист и ждешь, когда он подсохнет, и в момент подсыхания уже фиксируешь. На самом деле это не совсем так. Это только отчасти. В основном, когда приклеивается именно на фасад, ты наносишь, приставляешь и прибиваешь дюбелями. Потому что когда у тебя чуть-чуть подсохший, вот видишь вот этот край? Видел, как он слетел? Он не был приклеен. Не был, да. Это именно подсохший. Вот он, видишь край? Да, да, вот. Не присохший. Вот она, подсохшая клейпена. Да. Когда в последний момент и не рассчитали, и приложили. Вот такая вот штука. Ребят, верхнюю часть листа надо снять. Подняться, да-да-да. Снять пленки аккуратно, вот эти все. Дальше снять скотч. И сейчас начнем это, приклеивать элемент примыкания сеткой вокруг окна. Вон видно хорошая приклейка сразу. Вот она. Видишь? А вот она плохая. Это вот когда держали клейпену и ждали, когда начнет схватываться. И переждали. А потом, ну, сойдет и так. Слушай, я тебя со спины случайно снял. Говорю, сейчас будут народ стебаться, говорить, что дети на фасаде работают. Фасад работает. Смотри, проводи как можно сильнее, ты не увидишь. Сильнее проводи риску. Проводи, чтобы ее было очень хорошо видно. Сильнее. Возвращай, проведи еще раз. Проведи, чтобы очень хорошо заточи карандаш, чтобы ее ты не увидишь просто, понимаешь? Сейчас от элемента примыкания будет ложиться тень, и ты просто не увидишь. Проводи, проводи, чтобы прям жирная, хорошая была черта. Иначе просто не увидишь. Пойми правильно. У ножниц одна сторона режет, вторая ломает. Вот да, если так будешь, вот это чистый рез, а вот это слом. Поэтому берешь как можно глубже, поменяй, с другой стороны возьми, рулетку положи. Возьми, чтобы тебе удобнее было. В другую сторону. Вот так. Во-во-во. Не 45, острее делай. Градусов нет, острее. Это тупее сделал. Вот. Градусов почти под 30, да, вот так вот. И проверяй. Нормально? Все нормально. Добор. Мы можем это сделать. Старайтесь на горизонтальном, чтобы единое было, а на вертикальном можно их добирать. Ну, чтобы кусочек был побольше, поэтому мы сделаем здесь вот так. То есть вот видишь, вот, еще раз. Дальше. Ребят, планку убирайте эту, она мешается. Ребят, придержите. Хуэна, беги. Чуть-чуть. Хуэна, пхат. Коси. Хуэна, пхат. Низ придержи, чтоб не болтался. Да.
То есть, видишь, я вот так вот делаю. Понял, да? Ну и вообще мы все учили. Дальше. Смотри, я прижимаю. И до нее. Иду. Хапка. Держать не надо. Держать не надо. Отпускай. Все. И до нее веду. Понятно, да? То есть главное не оторви просто саму вот эту планку желтую. Понял, да? Угу. Ниже, ниже руку. Вот эту руку ниже, да. Чтобы ты прижимал и чувствовал, не сместил. Вот. И под нее. До нее ведешь. Все. И ниже еще раз пускай. Фен нам нужен. С удлинителем сюда. Ребят, принимай фен. С удлинителем. Фен бери. Так. И нож. Выдвижной. Куча на раскиду, да? Маму, братика, кукуешь, ёшь, сейчас осень, поэтому грей. Включи. Давай, нагревай чуть-чуть, нож бери в другую руку. Чуть, грей, грей. Это убрано, вот. Чтоб прижать. Понял, да? Это контактный клей, он холод как бы такой не очень любит. Только не отрежь. Прогревай все и вверх, вниз, туда. Чтоб ты понимал, что на самом деле нагреваешь, но не сжечь только. На мое место лучше встань. Ребят, вторую планку подавайте. Выставляй. Так же, ту сторону. Ставь. Ставь. Планку ставь. Вертикально. Ну, у тебя обрезан верхний край. Отпускай. Выставляй вверх. Чуть-чуть. То есть ты мысленно достраиваешь линию, понял? Это 5 миллиметров. Понял, да? Сейчас я обрезать, обрезать. Сейчас обрезать. Чтобы не получилось так, что когда ты вторую горизонтальную поставил, что она будет выше. Понял, да? То есть сразу не забывай про толщину. С этой нельзя. С этой нельзя резать. У тебя в какую сторону режут ножницы? Помнишь? Вот это чистый рез. То есть, чтоб у тебя хорошо обрезало, тебе вот с этой стороны резать. Понятно, да? То есть вначале перерезаешь сетку. Глубже, глубже берешь. И ты должен почувствовать не на силу, а на чувство. Ты почувствуешь, что оно прям вот режет. Масло, масло.
чтобы не ломало, а резало. Можно, допускается болгаркой, но с болгаркой очень много травм. Видишь, нормально все. Не надо они. Давай. Переставляй. Может даже чуть-чуть больше отпускать. Ниже палец, палец. Прижимай ниже. Вот сюда ставь. Угу. Вот. И пойми, чтобы он не трепыхался. Он может перевернуться и сместиться. Понял, да? И до пальца. Дальше не веди. Можешь криво приклеить. Феном погрей, погрей. Провод сюда. Дай чуть-чуть. Или тебе мешает. Снимай с бросками. Погрей здесь нам. Подожди, подожди пока. Просто ему хотя бы разогрей, чтоб лучше приклеивалось. А это ты уже дожимаешь. То же самое можешь делать угольником. Но угольником, правда, не тот, который у вас. Вот у меня широкий алюминиевый. И он удобней. До кончика, до кончика дожми. Вот, видишь, ты прижимаешь. Чтобы хорошо приклеилось, нужно прогреть в такую погоду. Летом нет необходимости, а сейчас нужно. Провод там что-то оторвался или что? Отмеряй горизонтальную. Краешек подрезай сразу. Вначале подрежь край. В другую сторону. Это будет ломать. С этой стороны режешь. Да. Чуть-чуть острее, да, всегда. Чувство реза должно быть. Не ломать, а резать. Нормально? Прикладывай. Ты риску опускай, опускай ниже, чтобы ты риску увидел. Даже в другую сторону ломать будет, да, вот в эту. Расстояние между ними щелка должна быть. Я болгар карабьор. Болгар каратыма. Чего ты? Ну давай болгар.
С другой стороны дают. К вам чизель. Чуть-чуть острее, чем 45. Симапте симку. Симфена. Дайб за ней. Ой, наша усуда, кашмир. Сати, рейда сати, а кабель таш. Марачра. Не переломи. Аккуратнее так, ребята. Чтоб ровненько было. Сразу, ну ладно, смотри. Я обычно режу вначале прямо, потом под углом. Отрезал вниз маленький кусочек. Доклеил? Давай. Чего? Элементы примыкания. Доклеил? Вот элемент примыкания сетки. Подсоединяй, все приноси, организовывай сейчас. Смысл, может, надо было это? Отковыряй этот лист до конца. А то у него щель тут запенивать дольше будешь. Пропили ножовкой только. Не-не-не, вот это вертикальный пропили. Чтоб он соседний не зацепил. Вот. Ножовкой не надо, шпателем быстрее. Вот тебе шпатель, бери. Вниз только срежь и все. Это не нужно. Где пенопласт остатки? Все. Это клепер никого не волнует. И он прикрепи эту сетку. Да делай больше нахлёст и все. Потом... Там с краю будете подтыкать тогда уже.
Так, нам нужны листы пенопласта. Дюбеля собирай. Клади их вместе, собирай дюбеля, втыкай гвозди, шляпки. Все есть. Давай, втыкай, втыкай. Сразу собирай. Там времени не будет. Втыкай гвоздь, шляпку и собирай дюбель. И в ведро их клади. Распорная зона 100 миллиметров, 260 на 100, 150 утеплитель. Крепи гвоздями. Бери гвозди, бери гвозди. Бери гвозди, фиксируй. От нее в эту сторону, да? С наклоном, да. Так, мы сейчас... Слушай, мы... Так, мы ошибку одну сделали. Извини, пожалуйста. На 3 сантиметра виску сделай. Мы сейчас уклон сразу выпилим. На 3 сантиметра. Не так, не так. Все замеры только... Только линейка. Ставь, крепи, крепи. Старайся крайнюю всегда делать. Самое проблемное здесь обязательно. Ратуша ставь. От нее в эту сторону. Не вниз. Втыкай, втыкай еще. Минимум 3. Но лучше вот, когда... А, ну крайне не попалось ничего. Все, переворачивай на другую сторону. В эту сторону. Клади, клади. Нет. Ты сейчас запутаешься. С этой стороны отмечай. 77,7. Нет, линейкой. Все замеры линейкой. Рулетки врут. Да. 77,7. Это у нас сторона, которая к стене. И 7. Пенопласт, конечно. Был бы Мостроевский, был бы лучше. Это совсем кривой. Видишь, какой? И качество, и вспенивание, и кривые листы. А? Это бескачественный. Да. 25. Да скурить нет, сейчас нарежем его, но... Неприятно. А фур GTS это желтый хороший? Экструдером нельзя фасаду теплять. Как? Запрещен. Желтый? Да. Для чего? Только на белый надо, да? На фасадах только белый шариковый экструдер запрещен. Есть. Нельзя утеплять фасад. Вот это утеплять. Это жесткий чип. Это запрещен тот.
И нельзя экструдером делать фасад ни в коем случае. Давай планку вторую. Планку. 3 сантиметра побольше вот этого. Нет, образа, нет. Да? Нет. Сразу можно. Здесь перебирать. Больше никаких трех тут уже нет. 25 и все. Крепи, крепи. Этих сразу бери. Лопнет фасад, утепленный пеноплексом. Вертикальную ставь. Уголь убирай. И серединку. Вот. Приподнял, поднял. Все, теперь включай. И согласованно ведете. У кого-то быстрее пройдет, у кого-то медленнее. Не дави только. Не дави. Один быстрее приходит. Стой! Что ты делаешь? Зачем выключил? Тебе выводить ее еще. Он еще не довел вообще. Не довел. Выводите. Ну вы говорите теперь, ребят, что вы? Давай, висим. Выключай. Видишь, как про это? Вы согласованно делаете вместе. Согласованно. Отмеряй расстояние. Рулеткой. Лучше не рулеткой, а линейкой. Давай, 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 линейку. Прислони, прислони. Какое расстояние? Отсюда до сюда. Отсюда до сюда, до элемента примыкания. Мерь расстояние. Сколько? Вот отсюда, да? Ну, конечно. Сколько тебе срезать? 23, да? Ровно. До этой ты поставил? 22,6. 22,5. Проплавит нихрон. Неси туда. 1,1 бери, чтоб углы не бить. Клади лист. Ребят, клади, клади лист. Ну ты резать будешь что? Ту сторону. Значит, разворачивай. Ну клади, клади, клади лист. Клади лист. С торцов. Отмеряй 22 и сколько мы? 7? Ну откуда ты? Что меришь? С этой стороны отрезать будешь. С этой стороны, с этой стороны ты будешь отрезать. Зачем там уже вплотно будет? Как вплотную? У тебя вот гэшка вырезан. Конечно, конечно. Торец. Торец. 22,7, да? Ставь 22,7. Сверху и снизу. Короткие планки приготовил? Короткие планки. Да. Где они у тебя? И гвозди. Сверху, снизу. Две отметки. Одну туда, одну на это, на эту сторону. Сдвигай, чтобы не по доске был. Вот, по просвету. Ставь вертикально. Крепи ее, планку. Планку крепи. И с той стороны. Обратной стороной. Вот так. Вот. Крепи. Нахавай
Лучше, чтобы три было. Вистав чамбы? Чтоб свисает, у тебя сорвет она, ниже опускай, чтоб свисала, свисала. Вынимай. Сколько сантиметров будет? 22,7. 22,7 с того края, да. Чтоб свисала обязательно. Иначе у тебя нихрон туда зайдет и обрежет край. Все? Вот там 22,7. Все, ставь. Так, да? Нет. Острой стороной. Под обрез. Ты провода сейчас порвешь. Аккуратней. 22. Ставь на холодную газу. На холодную поставь. Все карандаши лучше. Поставил? Угу. Включи. Пусть упадет. Не поднимай. Все, убирай. Что ждешь? Все, вынимай. Выдергивай. Проверяй. Проверяй, прикладывай. Вторую гэшку отмеряйте, ребят, с той стороны. Как у тебя? Прижимай. Вот так будем клеить, понятно, да? Тут щель, еще раз, ребят, вы смотрите, чем занимаемся. Щель оставляешь, понятно, да? Если будет. Видишь, промахнулись, плохо померили, неровно. Понятно, да? Видишь, насколько? Промах. Имей в виду. Так, дальше. Вторую гэшку врезайте. Замеряйте, ребят. Замеряй линейкой. А лист туда неси. Снизу. Снизу тебя волнует. Ну, помоги, прожми ему сетку. До рамы. 79,5. То же самое, да? То есть мы можем взять 77,7, да? Нам на 2 сантиметра нужно ниже оконной рамы, чтобы было здесь. А здесь уклон. Понятно, да? То есть 7,7 и 7 берем. Так? Нормально. Это с этой стороны. Минус 3 сантиметра с лица. Ты не так делаешь. Вот берешь. Не бывает такого. Ты себе пишешь 77,7. Ты сейчас через 2 минуты все забудешь. Берешь минус 3. Сколько получается? 74,7. Все. И запомнил. У тебя это все в голове записано. Тебе не нужен этот размер. Все. Ты срежь сейчас это. Единственное, что ножовкой вот это вот дорежь. А то видишь, не дорезали.
Дорежь ножовкой. Какая сторона красивее? Это или та? Мишка. Какая красивее? Вот это. Это лицо. Давай с лица. Лучше один, не вдвоем. Биться не будет. Так. Соответственно, тебе вот это ставишь вверх, вот эту сторону вырезаешь. Оттуда 74,7. Отмеряй. Нет. Отсюда вот это вырезаешь. Видишь, битый край. 74,7, да? 74,7, да. Здесь это, да? Проводи риску. Сколько отмеряешь? 70, правильно. Все. Помнишь про уклон подоконного отлива. Снимать, да? Да, я думаю, да. Это давай, можешь снимать. Что время на них смотрит? Так ты сейчас отмеряй это. Шнурку вниз спускай. Отмеряй размеры. Следующее. Листы пенопласта у тебя готовы? Да, вот. Готовь, который между окном. Какое расстояние? 77. Ну, а расстояние какое между ними? Между этими гэшками. Лист еще один отмеряй. Между гэшками посередине. 77 на 74. Ну? Только отрезай его сразу, этот лист. Готов у тебя лист, с которого будешь отрезать? Неси сюда. Чего? Сюда ставь сразу. И режь. С той стороны держать надо. Стой, стой. Весом нажми. Весом, не рукой, весом. Все. У одного быстрее, у другого медленнее. Гвоздь? А слева? Вынимай, вынимай, проверяй, что там у них. Здесь что-то застрял. Заусенец? Вон у нее лист. Ты понял, да? Забирай, забирай, забирай. Ставь быстрее. Я ушаблю. Ставь сразу. Из двух сторон отмеряйте. 7, 7,7, 74 это. Два коротыша с торцов. Трозные? 77,7, да? Да. И 74. Это и 7.
верхний длиннее, верхний короче, нижний длиннее. Понятно, да? Не то ты делаешь. Мерить с одной стороны. Где у тебя? Какой размер в длине? Вот это лицо. Вот 77,7, 74,7. Так тебе наоборот надо. Лицевой у тебя короче. Значит, там... Переверни вот так. Вот, переверни. Ну, переворачивай, переворачивай. Чё? Всё. А туда пусть он крепит. Ты же ему разметку сделал. Крепи. Крепи. Они тебе разметку же сделали, две риски. Покажите ему риски, которые сделали. Пусть крепит. Сдвигай, чтобы доски не было, не мешалось. Махатка. Там, 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 где так, сюда. Букашем, там. Ай, бай. Крепи. Тема. Сдвигай, сдвигай. Значит, кривой надо, да? На вылет должно быть. Ну помоги ему рукой. Выстави ему вторую риску. Он там тебе сейчас навтыкает. Мне уже было так, что ребята пытались. Одна в одну сторону, другая в другую. И не могут понять, что у них получается. Такая начертательная геометрия получилась, интересно. Сами, да, ребята, делают? Да. Коротыш, на подоконнике. Там все подходит или подрезать нужно? Еще вот это три половины. Отходи. Три половины. А, коротыши у нас мало. Кстати. Все в одной. На холодную ставьте. Не наклоняйте. Вертикально. Вниз опустите, выключай. Выключай. Убирай. Убирай брусок. Все. Падай. Снимай. Примеряй. Тут суть, когда поймете, настолько все элементарно, вы обалдеете. Вообще все просто. Только аккуратность. Больше ничего. И ставить холодную.
Только не бей, самое главное, края листов. Представляй. Ставь, ставь, ставь. Всегда проверка на сухую. Ты проверь, он не вошел, по-моему. Промахнулся-то. Вниз, вниз. Ребят, вы куда ставите? Ниже опусти. Вот. Не дорезал ты. Элемент примыкания сейчас снесешь. Не дорезал. Сколько не дорезал? Сколько не дорезал? Заходит, заходит. Да не заходит он. Бери. Бери ножовку. Наждачную терку бери. Шкурани, видишь? Недопилено. Вот так сделай и все. Это у тебя, видишь? Ты понял, да? Ты под углом просто пропилил. Понял? У тебя вот такой пил под углом. Не у тебя, а у них. Кто до тебя работал. Пробуй, падает. Пробуй. Нормально? Прислоняй. Какое расстояние? Вот 50 ровно. То есть запасов для клепки нет? Тебе нужно 3 миллиметра. 5 и 2. Эти один. Ну, мери, мери, где? Пять и один. Дальше проверяй, сколько там. Туда дальше проверяй. Да ты не пытался сейчас прибить, тебе нужно понять, сколько у тебя тенденций. А здесь померь. А здесь померь, сколько расстояния. Пять и два. А здесь? Пять, два. Фасад вообще вертолетом конкретно здесь. По идее здесь, вот смотри, какая штука. Вот это вот кривой. Видишь, вот она ступенька. Да это вообще был полностью провал. Так, и положим. Как начинается приклейка неровных листов, видишь? Когда начинают люди кривые листы клеить, получается плоскость вообще завалена.
Пошли туда дальше. Бра, трюки там. А здесь видишь в другую сторону. Лиса еще близко стоят. Ну, более-менее. Ну, даже с... потому что мы все кривые лисы забрали из середины. Так вот, ступенечки и все. Ne donun kıyo da. Gav bize ne rafıçı mı? Rafıçı dar. Koraytan gav bana. Korkunuyor mu de korkunuyor. Çiğ diga. Сейчас чему? Опускай эту шнурку. Давай, давай смотреть по расстоянию. Все плоскости. Тогда давай что делаем? Вклеиваем сюда на 5,2 вот эти листы. Но что нам придется делать? Первое. Мы сейчас будем вытягивать вниз под вот этот уровень. Так? То есть щелочку снизу оставляем, да? Да. Под вот эту вот отметку. Ну что, там где еще запенили задницу. Смотри. Здесь, пожалуйста. Блинчик. Услони. Какой у тебя сейчас? Ну, пиада, ну, пиада. Ну вот. У тебя получается какая вещь? У тебя на плите нет расстояния. Нет расстояния. Нет расстояния, нет плетина. То есть тебе нужно сейчас снимать 3 мм с каждой стороны, понятно, да? И ты от этого никуда не денешься. Пошли обрезать по толщине. Что делать? От края, понятно, да? Давай я держу. Ставь. 3 или 4 миллиметра? 3-4 не имеет значения. Это клей пена. Ты помнишь, что висеть должен? Вниз. Планка ниже спускается. Опускаем ниже еще. Ниже да, должна быть. Не в обрез. Пол миллиметра, пол сантиметра есть. Есть, да? Да. Ну да, еще. Ну опусти еще пониже. Еще пониже опускай. Чтоб висело. Обязательно.
Иначе нехром может туда у тебя зайти. 3-4 надо еще это. Миллиметр-то отмерили, парни? 2 миллиметра. 3-4 миллиметра делаешь. Это у тебя 2 миллиметра. Это мало. Сейчас больше. Отмерьте лучше, а то сейчас это отрежешь. Вот линейка. 3-4 миллиметра. О, я 3-4 миллиметра. Здесь. Глаза нос, да? Глаза у нас, да. У тебя да, у него 2 было. Померь у него. Померь у него. И снизу. Блин, ты мать, ну, когда домой вот. Вот, у меня хотя бы рамка, рамка, да, сюда воткни. Много так не втыкай. Тебе 4 вполне достаточно. Вот сюда вот втыкай. Вот. В ключевые точки. Вот сюда, да. 4-5 пойдет. Все. Ставь. Вынь его тогда, чтоб только не торчал. Давай. По другим углом. Так, держите, ребята. С той стороны. Старайтесь вертикально, будет удобнее. На холодную поставил? Да. Все, давай. Не торопитесь, только не торопитесь. Медленно, ребят, торопитесь. А то зигзагом пойдет. Не торопитесь, сильно не давите. Ты впереди очень сильно идешь. Давай, 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 давай. Снимай бумагу. Бумагу снимай. Давай, давай, давай. Выдергивай, выдергивай. Видишь, пузо посередине. Проходи еще раз. Проходи еще раз, пузо посередине. Вот. Прижимай. Потом прижимай. Давай. Извините, значит, показалось мне, что пузо. Вырубай. Эй, стоп. Три, четыре, пять можно. Больше лучше не делать. Будет неудобно. Как видишь? Проверь, чтобы там это, бугров не было. От клея, от всего, понял, да?
Не торопись. Я чуть-чуть придерживай лучше. Ты им подсказывай, ты видишь, не хром, где идет. Как сильно очень побежал. Предупреждай, ребят. Бери бумагу в руку. Дом можешь потом на стену приклеить. Да? Доска у тебя внизу. Так. Следи, чтобы перемычкой не налететь на вот эти. Коза, между прочим, придумана в России. Да, а теперь уже используется во всем мире. Толя Ельченко придумал. В 2000 году. Ей уже 22 года. Козе. Как называется это? Коза. Коза? Знаешь почему? Почему? Потому что Толя в тот момент увлекался heavy metal. Коза, похоже. Сюда можно. Да, пошли. Молоток, дюбеля. Давай клеить. Ну сюда посерединке полоставь пока. Застой. Вот так.